Здравствуйте. Я, честно говоря, вам. Ух ты, какая роспись шикарная. Роспись такая. Да, это роспись судьи у нас такая. Буква Z? Что, серьезно? Да. Нет, не шутим же. Это просто в соответствии с законом. Это не я. Zorro! Out of the night blade, a Z that stands for Zorro. Не двигайтесь. Я обучалась фехтованию с раннего детства. Так старалась, что ж, раз, два, три. Три движения сделала. Неплохо? Весьма неплохо. У вас тут так весело это. Я только хотел вырезать у тебя на лбу маленькую букву Z. Где? На лбу могу себе нарисовать галочку. Кому? Себе. Себе? За крючку поставить. Не, мы натягивать не будем. Здравствуйте, Ирина Петровна. Я просто на ваш канал подписан. Не надо из меня кумира делать, а место встречи изменить нельзя. Так, и что? Когда будет готово? Так давайте я сейчас сам скажу. Что, у вас времени нет, я сам скажу. Он сейчас занят. Освободиться? Что там? Много времени надо. Зашел на этаж, еще один человек прибавился. Пошел на другой этаж, еще один человек прибавился. Так, глядишь, черный мантий на нашу сторону будет приходить. Все они просто так. Это откуда говорили, с левого плеча или справа? Дело каша. Следует, что Матюшенко является потерпевшим. Ура, король Елене Петровне попал. Какая приятная женщина. Родственница чеха? А булгаковых у вас нету тут? Американский штат суда. Действительно, мировая. Мировая женщина. Ахалай-махалай. Живой мужчина. Бахалай-махалай. Этого ничего не получится. Все бы так решали. Вот эту штуку сними с груди. Перестань сам на себе крест ставить. Красота вообще. Нас всех называют физическими лицами. Гражданинами. Да? Нет, не шутим же.